Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре очиститель воздуха Super Plus Eco S. Следите за выходом новых роликов. Для этого включите колокольчик и подпишитесь на канал. В описании я оставила ссылки на магазины с лучшими ценами. Надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки и пишите комментарии. Прибор состоит из двух основных частей – корпуса, внутри которого находится блок питания, и кассеты, которая вставляется в прибор сверху. В нижней части прибора расположены кнопка включения-выключения прибора и индикатор режимов работы. Рабочее положение прибора – вертикальное. Работа прибора основана на принципе ионного ветра, который возникает в результате коронного разряда и обеспечивает движение потока воздуха через кассету прибора. При этом частицы аэрозоля, пыль, дым, микроорганизмы, загрязняющие воздух, всасываются вместе с воздухом в кассету, приобретая электрический заряд, и под действием электростатического поля прилипают к осадительным пластинам, расположенным внутри кассеты. Воздух, проходящий через кассету, дополнительно обрабатывается озоном, образующимся в зоне коронного разряда. Его количество заметно меньше предельно допустимой концентрации, но все же достаточно для того, чтобы в помещении, в котором работает прибор, уничтожались неприятные запахи, подавлялась жизнедеятельность болезнетворных микробов, спор грибков, плесени. Одновременно с очисткой происходит ионизация воздуха. Но в нашем приборе, что очень важно, ионами кислорода обогащается воздух, уже очищенный от пыли. Воздухоочиститель создает оптимальный уровень ионизации воздуха в помещении в соответствии с природными показателями и требованиями санитарных норм. Воздухоочиститель имеет три режима работы, которые отличаются друг от друга соотношением периодов работы и отдыха прибора. Это позволяет наиболее эффективно использовать прибор в помещениях разного объема. Также воздухоочиститель имеет электронную систему контроля загрязненности кассеты, которая информирует о необходимости чистки воздухоочистителя. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Металл почему-то ржавеет. Короткий шнур питания. Внешний вид на любителя. Неудобное переключение режимов одной кнопкой. Нет креплений для стен. Надо мыть очень часто. Теперь перейдем к положительным. Ионизирует воздух, есть три режима работы. Тихий прибор. Поставил, включил и все. Абсолютно бесшумный. Действительно очищает воздух от запахов. Элементарен в управлении и обслуживании. Воздух в комнате стал ощутимо чище. Прибор симпатичный, простой в обслуживании. Можно оставлять включенным в присутствии людей. Любая обратная связь важна для канала, поэтому делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».